Про найголовніше за 29 листопада поговоримо із Романом Свіданом. Пане Романе, добрий вечір. Раді вас бачити. Бажаю всім здоров'я. Пане Романе, дійсно раді вас вітати. Маємо сьогодні насичений новинний день п'ятниці. Перед тим, як почати, ми тут спочатку традиційно звертаємося до нашої з вами шановної аудиторії. Просимо поставити цьому відео одразу лайк, також написати коментар, ваше місто, ваша країна. Звідки ви нас дивитесь, і підпишіться на цей YouTube-канал, тому що лише з вашою допомогою ті меседжі, які ми просуваємо, їх почують якомога більше людей. І, пане Романе, починаємо одразу з хороших, направду, новин про те, що в Генштабі Збройних сил України підтвердило ураження нафтобази «Атлас». Це на Ростовщині, на Росії. Пане Романе, що вже вам відомо на цю хвилину, про цю бавовну? Чи ми могли вдарити ракети, БПЛА чи щось інше? І як це вплине безпосередньо на логістику окупантів зараз у цій війні? Ну, по дальности это, скорее всего, беспилотники. Эту базу уже в свое время летом, по ней работали наши беспилотники, она уже горела. Это довольно-таки серьезная база, в основном это госрезерва российской армии, российского. И она используется на данный момент в качестве транзитного склада. То есть практически вся группировка российская, юго-восточная, она питается из этой базы. Естественно, лучше, конечно, уничтожить было Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод, но пока, скорее всего, к нему подойти очень сложным беспилотником, потому довольствуются наши специалисты именно уничтожением топливоперевалки. Также беспилотники шли на Туапсинский НПЗ, там тоже были некоторые возгорания. Я думаю, в течение суток Генштаб или Главное управление разведки подтвердит серьезность поражений. А по этому направлению работают пока беспилотники. Дальность такова, что пока туда только наши беспилотники могут достать. А направление понятно. То есть в основном это нефтеперерабатывающие заводы, нефтетерминалы, тот же Туапсинский завод. За рядом с Туапсинским Новороссийский терминал серьезный, через который российская перевалка нефти происходит. До 60% всей нефти, которая идет в Европу, на Запад, как раз через Новороссийск. Ну и масштабная была сегодня атака, то есть такая комплексная, направление было по нескольким направлениям. Россияне там отчитались о полусотне сбитых беспилотников, реально, значит, было до сотни. Причем начиная от Брянского направления, то есть Брянской области, и заканчивая Ростовской, Краснодарским краем, плюс Крым. По нашему Крыму также отработали и в том числе и беспилотники. Пане Романе, якраз таки про Крим давайте з вами поговоримо, тому що дійсно на околицях Сімферополя відбувся масштабний вибух невідомого об'єкта, що був розміщений неподалік місцевого аеродрому. І український проект «Кіберборошно» геолокував місце зйомки, район вибуху біля села Кургане, і написали, що поруч із полем, в якому було уражено нібито зенітно-ракетний комплекс, розташована колишня стаціонарна позиція С-400. І позиція, і поле розміщені на висоті, отже, ймовірно, сьогодні ЗРК вирішила зайняти вогневу в полі. Через гарну топографію для цього. Ми з вами вчора говорили про те, що українські розвідники нещодавно знищили російську мобільну радіолокаційну станцію «Падльот». Якщо підсумовувати і говорити в загальному, чи свідчить ось це про створення, так би мовити, повітряного коридору на майбутнє, щоб наші ракети, БПЛА, поза зоною були ураження противника? І що це для того, аби послабити російську протиповітряну оборону на території Криму? Перед виконанням серйозних атак і воздушних, ракетних, і наземних операцій потрібно обов'язково завоювання превосходства воздуху. Тобто от такі дії, які зараз йдуть, це якраз от перед цим завоюванням. Це поки предварительні, так сказати, дії. Їх вже було кілька, 3-4 попытки, по крайней мере. Мы начинаем выкашивать российское ПВО и дальше останавливаемся. То есть главное, чтобы это тоже не было, был такой холостой выстрел. Дело в том, что уничтожение зенитно-ракетных комплексов, радиолокаторов противника, оно дает кратковременный эффект. У россиян есть ЗРК и локатор, они их разворачивают. Потому надо попасть в такой узкий коридор по времени. И если в ближайшие несколько дней, то есть продолжится уничтожение ЗРК, продолжится уничтожение РТВ, радиотехнических войск Министерства обороны Российской Федерации в Крыму, то есть возможность того, что можно будет нанести уже массированный ракетный удар.
ракетный удар беспилотниками по военным объектам в Крыму вплоть до Керченского полуострова. То есть такая только есть возможность. Еще раз повторюсь, мы уже несколько раз это начинали и заканчивали практически ничем. Россияне потом через определенное время восстанавливали свои позиции, перебрасывали ЗРК и прикрывали опять воздушным щитом военные объекты. Потому есть такая, там, четвертый раз пусть, возможность дальше продолжить. Причем продолжение может быть не только с помощью ракет, еще и с помощью авиации. Також, пане Романе, перейдемо і до заяв від колишнього міністра закордонних справ Дмитра Кулеби. Він в західній пресі зробив низку, направду, цікавих і важливих заяв. Одна з них про те, що якщо буде так продовжуватися, то ми програємо цю війну. І водночас тут Кулеба в цьому ж інтерв'ю додає, чи можемо ми сьогодні, чи маємо ми сьогодні інструменти, щоб змінити ситуацію, то він ствердно сказав ні. Пане Романе, про що, на вашу думку, говорить Кулеба, розтлумачте, як ви це сприйняли? Та питання одразу друге, наскільки все так критично в цьому періоді, в цій війні, тут заспокоїти або навпаки традиційно? Ну, критична ситуація тільки в тому, що ми дійсно самі своїми силами витащити цю війну не зможемо. Тобто тільки з допомогою Європи. Ну, ми вже встроєні в європейську систему безпеки, тому Європа в цьому сенсі нам однозначно допомагала і буде допомагати. А мы форпост европейской безопасности, восточный, так это как минимум. И вот здесь уже критичность, так сказать, ситуации, она сходит на ноль, по крайней мере. Почему? Потому что достаточное количество сил, средств есть у Европы, чтобы самой себя защитить. Вопрос механизмы, ну, они уже запущены. 11-й год войны, 3-й год широкомасштабного вторжения россиян дали возможность Европе перестроиться и в производстве вооружений, техники, как минимум для обороны. То есть вот для того, чтобы обороняться от российского вторжения, уничтожая российскую армию, этого достаточно. Потому не так страшен черт, как его намалевал Кулеба. Вопрос связан в основном с помощью американской. То есть без американской помощи мы можем эффективно обороняться с помощью европейцев, а наступать мы можем только пока, на данный момент, с помощью американского участия. Вариантов просто других нет. Мы сможем и сами выполнять уже наступательные действия через определенное время только на европейской базе, так называемой. Но это через года 2-3, не меньше. Потому вот, скорее всего, об этом Кулеба и говорит. Есть это такое пограничье по времени. Сейчас, ну, быстро только кролики рожаются. А война, она, если в первый месяц, золотой месяц, так сказать, основной, не выполнила своих задач, дальше она переходит в затяжную в основном войну на истощение. И вот россияне истощатся однозначно быстрее, чем Европа. Европейская экономика намного мощнее, европейские механизмы воспроизводства намного быстрее российских. Ну и, естественно, помощь Європі однозначно буде. Одно діло Україна, друге діло європейське сообщество. Пане Романе, вкотре закликаємо наших глядачів долучатися до цього стріму, писати, звідки ви нас дивитеся. Ми бачимо вашу активність, ми дякуємо вам за це. І також, якщо у вас є запитання до пана Романа, будь ласка, пишіть їх, ми все бачимо, все читаємо. Пане Романе, сьогодні повідомлення було про те, що у п'ятницю 29 листопада президент України Володимир Зеленський повідомив про призначення генерал-майора Михайла Драпатого на посаду командувача сухопутних військ Збройних сил України. Що вам відомо про пана Драпатого, про його бекграунд у війні проти Російської Федерації, і як ви особисто відреагували на таке кадрове рішення, яке приймалося відповідно із головнокомандувачем Збройних сил України Олександром Сирським? С Драпатым заочно знаком еще с 2014 года. В свое время был советником, военным советником губернатора Донецкой области. У нас были серьезные проблемы в Мариуполе с назначением нашего руководителя Министерства внутренних дел по Мариуполю. То есть, и нам очень сильно помог, тогда помогли вооруженные силы. Мы делали запрос, тогда еще непосредственно участвовал командующий этого направления. И как раз вот тогда еще командир взвода, мехвзвода Драпаты, и вот он участвовал в управлении четырьмя БМП, которые заходили в Мариуполь. Кадры облетели все и всех. Это вот как раз помогали ребята нашим попавшим в беду
товарищам, назначенцам в Мариуполе. Помогли однозначно, решили вопросы. На отходе, правда, одна БМП вышла из строя. Российские, тогда еще российские функционеры, которые уже были в Мариуполе, они ее подтянули в центр города, пришлось партизанам тени тогда, они этот вопрос решали, уничтожали эту БМП, потому да, Дропаты, я думаю, на нас не сильно в обиде, но нельзя было оставлять БМП врагу тогда еще только на начало боевых действий, и Мариуполь в том числе. Потому вот так вот заочно мы с ним познакомились, по крайней мере, по такому действию. Ну а дальше, конечно, бэкграунд у него довольно-таки серьезный. За уже 11-й год войны показал себя с лучших сторон на всех участках, на котором его ставили, на Восточном фронте, на Херсонском направлении, в аварийной ситуации практически с его участием, его управления спасло Харьковское направление, прикрыл, то есть выстроил систему обороны, удержал россиян, до сих пор их там удержим в районе Липцев, в районе Волчанска, это как раз его заслуга. Потому можно приветствовать такого рода решение по назначению генерала на должность командующего сухопутных войск. Он однозначно человек, который имеет уважение военнослужащих, это очень важно. Уважение — это одно, естественно, доверие имеет также, то есть по своим делам, ну и будет хороший командующий сухопутных войск, по крайней мере, не хуже предыдущих. То есть вырулить ситуацию, я думаю, и ту ситуацию, которая сейчас сложилась с негативом по ТЦК, по некоторым политическим неправильным, неграмотным действиям, в которые попали в том числе и сухопутные войска. И вот на него есть такая, возлагается такая надежда, и в принципе он с этим может справиться. Потому положительное, конечно, положительное решение. От, пане Романе, якраз про мобілізацію давайте більш детально поговоримо, бо сьогодні конгресвумен Вікторія Спарц, це та скандальна, яку ми з вами не раз обговорювали, сьогодні запевнила, що Україна має мобілізувати всю країну для боротьби. За її словами, вона тут апелює, що у Другій світовій війні Радянський Союз мобілізував всіх, від дітей до літніх людей, кожен носить свій вклад. Водночас ми прекрасно пам'ятаємо, що кілька тижнів тому радник очільник Офісу президента Сергій Лєченко теж говорив про певний тиск з боку західних партнерів, про зменшення призовного віку. Тут, пане Романе, як треба сприймати цю заяву нам всередині країни? І давайте об'єктивно поговоримо, чи треба, на вашу думку, зараз мобілізувати всіх для боротьби? Ну, Виктория Спарц украинка, то есть это наш человек, который сейчас живет уже давно в Америке, добилась уже второго переизбрания в Конгресс, то есть довольно-таки правильный и грамотный политик. Вопрос в категоричности некоторых суждений. Ну, категоричность, она же не выполняет действия как таковое, то есть она обозначает проблему, и эту проблему, с этой проблемой, конечно, есть моменты, как с ней бороться. Ну, оптимальный вариант, конечно, идти, исходя из наших реалий, то есть мобилизоваться, да, конечно, надо. Слово «мобилизация» — это не значит поставить всех в строй, дать каждому автомат и побежать на линию боевого соприкосновения. Нет, мобилизация — это имеется в виду включение в боевые действия всего общества, каждого на своем месте. То есть общество должно все для фронта, все для победы. Вот это имеется в виду мобилизация. Вот в таком виде здесь, в этом смысле, Спарц однозначно права. Все для фронта, все для победы. Но для этого надо перевести, наконец-то, экономику на военные рельсы. Мы этого еще до сих пор не сделали. Причем это целый процесс, который должен занимать немножко отодвигание политической мишуры, политической борьбы и вообще политиков от принятия решений. Жесткая, можно так сказать, вертикаль управления должна быть в государстве. Это тоже мобилизация. А оставить в строй оптимальный вариант, конечно, профпригодных, мотивированных профпригодных, но для того, для мотивации как раз и нужна эта мобилизация общества, всего общества. Не поставить всех в строй, не это имело в виду Спарц, конечно. А именно мобилизоваться, это другой вопрос, он немножко в стороне от всякой политической мишуры, которая мешает
нам выполнять боевые задачи, имеется в виду обществу. Потому Спарс с этой точки зрения, она все правильно говорит, мобилизационные ресурсы и механизмы выполнения боевых задач нам здесь в этом смысле намного виднее. Кстати, вот как раз Дропатый в этом очень хорошо разбирается. Я думаю, ситуация сейчас будет выровнена, а энергию Виктории Спарс надо однозначно положительно воспринимать и перенаправлять ее в русло. Она это прекрасно знает. Борьбы с коррупцией, нашим внутренним врагом, она на эту коррупцию как бык на красную тряпку реагирует. То есть вот этот механизм, конечно, надо использовать. И эта конгресс-вумен, украинка по происхождению, она однозначно нам поможет почистить эти авгиевые конюшни еще старой советской власти и постсоветской коррупции, которая практически очень сложно изнутри ее выдавить, так она проросла слишком мощно. Вот, может быть, такое внешнее влияние поможет нам собраться, стабилизироваться и зачиститься. Будем рады этой помощи. Пане Романе, про війська, про те не українські, а іноземні. Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон в інтерв'ю The Telegraph сказав, що війська Великої Британії повинні допомагати захищати кордон України в межах будь-якої мирної угоди і мають бути розгорнуті для сприяння підтримці режиму припинення вогню. Як ви сприймаєте такі заяви, чи підтримуєте ви подібне, і наскільки це взагалі реально? Ну, вот масло масляное. Дело в том, что без конкретики как таковой. То есть военные, они же понимают и могут, в принципе, анализировать конкретику как таковой. Какое количество войск, на каком участке фронта, под какие задачи, какой временной лаг на выполнение этих задач. То есть тут 649 вопросов, на которые ни один нет ответа, а просто, допустим, сказать, что завтра солнце взойдет на востоке, ну так это и так все знают. Нет смысла. Потому без конкретики пока никак к этому относиться нельзя. Сама идея расположения войск, допустим, натовских стран на нашей территории для выполнения боевых задач противодействия россиянам, она однозначно может приветствоваться. Но так это уже четкая задача — противодействие, разворачивание сил и уничтожение российской армии. А разворачивание войск под что-то непонятное, то есть которого никогда не будет, ну, нет смысла это даже проговаривать. Потому как только появится конкретика, ну, тогда мы это проанализируем. Но сейчас не к чему приложить. Також, пане Романе, давайте поговоримо і про КНДР, бо українська розвідка переконує про те, що КНДР передала РФ вже понад 100 одиниць техніки різних типів. Про це сьогодні опублікували інформацію ГУР. Серед них багато техніки САО і РСЗВ. Окрім цього, КНДР передала росіянам не менше 5 мільйонів артилерійських снарядів та 100 балістичних ракет. Наскільки це багато чи мало? Ну, вочевидь, скоріш за все, в той ситуації, яка перебуває Росія, це великі цифри, тут поясніть, будь ласка. І скільки ще КНДР зможе продавати росіянам і артснарядів, і ракет, і САО, і РСЗВ, на вашу думку, як це зараз безпосередньо впливає на перебіг подій на полі бою? Тут тоже надо понимать, за какое время. То есть если это в течение года, так ни ракет, ни техники, это мало, конечно, в общем количестве, потому что россияне в 10 раз, а по технике в сотни раз больше их произвели. А вот по снарядам, да, это серьезная цифра даже в годовом исполнении. То есть россияне за год произвести 5 миллионов снарядов просто не смогут, у них нет такого количество, то есть нет такой мощности производства. Потому, можно сказать, Северная Корея спасла российскую армию. И на северокорейских снарядах россияне целый год отработали. То есть вот эти все движения россиян, положительная динамика по захвату наших территорий — это практически вся заслуга именно северокорейских снарядов. Ракеты и техника, ну, пока еще цифры, они не коррелируются с расходом как таковым, особенно техника. Мы сотню единиц техники, ну, за двое суток минусуем, то есть это на двое суток поставка. Ракет тоже россияне в одном
в одной атаке под сотню используют. То есть это тоже, в принципе, так, один из механизмов. А по снарядам, да, по снарядам это цифры такие серьезные. На вопрос, как долго Северная Корея может поставлять такого рода боеприпасы, это уже вопрос к складам Северной Кореи. Они не могут быть бездонные. Ну, как минимум, как северокорейцы, ну, треть, так это точно отдали снарядов. Сколько у них еще там ракет осталось, опять же, какого уровня ракет. То есть там, если считать ракеты КН-23, это типа «Искандера». А тоже немного, то есть они отдали довольно-таки серьезно. То есть осталось у них немного. Они серьезную партию отдали, и, скорее всего, там часть была еще и экспериментальной. То есть они пытались довести ее до ума, эту ракету, она же никак в планету попасть не могла. А все в воздухе взрывалось. Та техника, которая была передана россиянам, она, скорее всего, шла в приложении к тем боеприпасам, которые передавались, особенно после очень большого количества нареканий на северокорейские боеприпасы. Скорее всего, это еще пока это первая сотня, это на посмотреть в соответствие своих же боеприпасов, своей же техники. То есть только в условиях боя. Ваша Северная Корея практически несколько десятков лет нигде не воевала. Поэтому вот это может быть связка. А вот дальше, сейчас министр обороны в Северной Корее, России в Северной Корее, вот дальше они могут запрашивать как раз большое количество техники, особенно исходя из того, что у россиян уже на складах практически ничего не осталось. То есть они как в прошлом году вышли на нулевые складские запасы по боеприпасам, почему им пришлось в Северной Корее миллионы снарядов брать. В следующем году они выйдут на такие же нулевые складские по запасам старой еще советской техники. И у них техники просто не будет. А с колес они с такой интенсивностью боев работать не смогут. Потому, я думаю, сейчас будут молить северокорейского пончика передать большее количество именно техники. Своей или китайской. Там вопрос еще передачи еще и китайской техники под видом северокорейской. Пане Романе, разом з цим російський диктатор Путін знайшов нову посаду, як кажуть, божевільному генералу-м'яснику. Кремлівський правитель Путін призначив першим заступником головнокомандувача сухопутними військами Російської Федерації генерал-полковника Рустама Мурадова. І видання The Moscow Times називає Мурадова одним дійсно із головних м'ясників війни проти України. І варто згадати, що під час безуспішного наступу на Вугледар він втратив дві елітні бригади морської піхоти та понад 100 одиниць техніки. Ми пам'ятаємо всі ці кадри, коли окупанти просто йшли напролом на місто великими колонами бронетехніки і або підривалися на мінах, або ж знищували їх наші сили оборони України. Пане Романе, чим обумовлене таке рішення з боку Путіна і чи взагалі варто на це звертати увагу? Ну, мясники не там все полмиллиона россиян это мясники, которые сейчас выполняют террористические задачи на нашей территории. Там каждого возьми, там всего 15 сантиметров лобовая кость, потом затылок. Понятно, для мозгов места нет, и, естественно, так они себя и показывают. Мурадов это или там Мирзоев, это уже не важно. Или Сысоев. То есть с этой точки зрения в сортах российского навоза лучше не разбираться. А то, что у них скамейка запасных уже на данный момент, ну, иссякла. В свое время, в начале боевых действий, там было этих генералов не протолкнуться, особенно паркетных. Вот сейчас паркетных генералов как ветром сдуло практически нет, а более-менее боевых, те, которые проходили боевое крещение, их пытается Путин сейчас держать, где-то ставить, там, даже если большие потери есть или там невыполнение задачи, он их все-таки держит. Это так называемый обстрелянный фонд, генеральский фонд, из которых сейчас Путин будет формировать одно из таких ближайших, не то что окружений, но, по крайней мере, стоящих во главе принятия решений российской армии. То есть это такой так попытка сцементировать, по крайней мере, уже из тех военнослужащих, у которых, и генералов в том числе, у которых руки по локоть в крови украинской, сцементировать систему управления российской армией. То есть будет такой террористический серьезный костяк
От Путін його намагається зараз сформувати. Друзі, хто просто зараз дивиться цей стрім, ставте йому лайк. Також не забувайте і про традиції на цьому стрімі та залишайте свої міста, країни, звідки нас дивитесь. От прямо зараз напишіть. Також, якщо у вас є, пишіть питання до пана Романа. Ми його обов'язково поставимо просто в прямому ефірі. І, пане Романе, до заяви від представника повітряних сил України Ілля Євлаша, він запевнив, що шахет може літати над Україною більше доби, він назвав цифру 24 години. Тут, пане Романе, роз'ясніть в технічному плані, як це можливо, бо здавалося раніше, ще рік тому, що шахет літає всього кілька годин, тут вже говоримо про 24 години. Та наскільки тепер, якщо шахет літає більше по часу, його стало складніше збивати нашим мобільним групам і протиповітряній обороні? Ну, двигатель, который держит скорость у шахеда, естественно, шахед держится уже по законам аэродинамики на потоке. А двигатель может работать и не одни сутки. То есть, если хорошие движки, они ж могут несколько суток работать. И время нахождения в воздухе шахеда зависит напрямую от количества топлива, которое заливается. Но это от профиля полета в том числе. Потому Ильяш Євлаш в этом смысле прав. То есть если будет стоять задача в количестве, то есть времени нахождения в воздухе, то за счет даже боеприпаса, не меняя центровки этой машины, она действительно может продержаться сутки. То есть это небольшая проблема в этом смысле. Вопрос, для чего это надо? Ну, может быть, для попытки контроля нашей ПВО, потому что не всегда, допустим, шахет на данный момент может выполнять боевую задачу. Мы же видим, как часть беспилотников, в том числе и шахедов, заходит для того, чтобы создать серьезные проблемы нашей ПВО, имеется в виду просто в качестве ложных целей, то есть создать сетку ложных целей, а уже сами ударные дроны выполняют в этот момент задачу. Либо ракеты, либо крылатые, либо баллистические. Потому для этих целей может выполнять эту задачу. Тем более шахед может выполнять уже так. Некоторые шахеды уже имеют камеры, так называемые. Они могут еще и разведывательную функцию корректировки или подтверждения выполнять в качестве средств объективного контроля. То есть летательный аппарат, который может висеть в воздухе, допустим, и с определенным боезапасом, и поднять разведывательную аппаратуру, он может использоваться в разных задачах. Потому опасность это есть вот в последнее время по шахедам и о количестве, особенно по количеству. То есть 1, 2, 3, 10 даже шахедов проблему большую сейчас не составят. А вот если это уже сотни, больше сотни шахедов, то есть проблемы в системе ПВО нашей. Ее надо уже структурировать, перестраивать, перебрасывать на линию боевого соприкосновения, создавать плотность ПВО, особенно мобильных групп вдоль линии границы, линии боевого соприкосновения, для того, чтобы не дать возможности шахедам вообще на нашу территорию заходить. Естественно, дальше использовать авиацию, посекторально разделив ее с зенитно-ракетными комплексами. То есть это целый процесс, и без достаточного количества беспилотников-истребителей, сейчас у нас есть уже такие, до десятка, наверное, разного типа беспилотников-истребителей, которые могут выполнять уничтожение таких шахедов российских. Плюс легкомоторные самолеты, уже тоже миллиарды раз об этом говорили. Нужны штурмовики легкомоторные с парой пулеметов для того, чтобы можно было в достаточном количестве и дешево выполнять уничтожение и шахедов, и ракет, либо, допустим, тех же вертолетов. Это тоже возможно. Потому что и работа, допустим, этих беспилотников, вернее, работа этих штурмовиков по беспилотникам и по земле в качестве того же штурмовика в чистом виде, она тоже будет востребована, особенно после завоевания превосходства в воздухе и после начала наших контрнаступательных действий. Потому, я думаю, как раз вот такой комплексный подход решит вопрос и с шахедами, и с недостатком у нас некоторых средств поражения авиационного базирования. Пан Роман, и на сам кінець про Решник хочемо з вами згадати, тому що вчора російські ЗМІ надвечір писали повідомлення, публікували, точніше, що 30 листопада Росія нібито завдасть удару по Україні Орешникам вже з бойовим зарядом, а Путін 29 числа виступить зі зверненням до українців. 29 листопада вже на календарі, поки що ми не бачили ніяких заяв Путіна, проте
що це за ще одна хвиля залякування психологічного тиску на українців, та як ви розцінюєте ось цю пропагандистську історію і ПСО з боку Російської Федерації? Это танцы с бубнами. Вот они нашли новый бубен, это тарешник, кокошник, как угодно они там его назвали, и вот с этим бубном танцуют, а потому что больше не с чем. Вот один бубен у них есть, вот они в него бьют, пока бьются, пока не проломят ткань на этом бубне. И мы будем слушать постоянно. Но самое интересное, удар действительно может быть, потому что там же не одна ракета. То есть там есть, там, ну, немного, по крайней мере, но сколько-то там этих ракет есть, и они однозначно могут ее использовать. То есть не надо тут делать никакой трагедии в этом, то есть не паники. Ну, это ракета. Таких ракет россияне тысячи, имеется в виду не именно таких, а даже с большими проблемными боеголовками тысячи выпустили по нам. То есть еще одна в общий сон этих ракет добавится. Много проблем она не принесет. Ну, катастрофических проблем однозначно могут быть, но не катастрофические. И реагировать на это, ну, как на шамана с бубном. Ну, вот как. Кому-то нравятся такие пляски, ну, можно посмотреть. Кому-то не нравится, тот должен заниматься своим делом. Но имею в виду, что нанести удар они действительно могут. По поводу боевого заряда, так он и был боевым. Кинетический удар — это тоже боевой удар, который выполняет боевую задачу, то есть в основном с помощью кинетического удара прошиваются подземные бункерные сооружения там до третьего, до четвертого этажа, даже это так. Если это наземные строения, так же само прошиваются. То есть задача самого кинетического удара такая же самая, как и уничтожение того же Искандера Патриотом, ну тоже кинетический удар без взрыва, без ничего, просто удар для того, чтобы разрушить какую-то цель или какую-то постройку. Потому у россияне однозначно могут использовать, если она, конечно, взлетит, долетит, раскроется, то есть много если, но тем не менее могут использовать такую ракету. Потому надо быть предельно внимательным, особенно при тревоге по баллистике. Могут прийти эти же кинетические удары. Они могут зарядить ее, в принципе, боевой частью, ну пусть около тонны чего-то, там может быть чуть больше, но это примерно как Х-22. Вот только мы их эти уже десяток, если не сотни, не десятки, сотни Х-22-х, мы уже приняли российских. Тяжелая ракета в районе тонны боеприпас, боезапас, так не 3-4 этажа складывать, 10 этажей складывать. То есть сколько бед она принесла. Так вот это Х-22. Это даже с точки зрения ударной силы этот кокошник российский, ну он поменьше будет, попроще Х-22. Потому, как всегда, то есть в общем режиме боевой готовности по отражению воздушной атаки. То есть гражданское население, конечно, в режиме уже подготовки к воздушной тревоге, и там уже по своему плану, кто как действует, только так. Пане Романе, ми, як завжди, дякуємо вам за цю змістовну розмову. Дякую за ваші роз'яснення, за вашу позицію. Роман Світан, льотчик-інструктор, полковник запасу Української армії, традиційно відповідав на найголовніші питання і цього дня, і цього тижня. З вами був Владислав Соловйов, Ольга Білан. Прямо зараз ставте цьому відео лайк, напишіть коментар, ваше місто, звідки ви нас дивитесь, ваша країна. Також напишіть свої думки щодо тих тем, які ми обговорювали. Не забувайте про підписку на наш YouTube-канал та побачимось в ефірі на 24-му.